Гордость. Хорошо это или плохо? Ну, если вот рассуждать в контексте гордыни, как вот мы любим, да, это что такое? Это человек возгордился, на всех наплевал, всех видел, бог знает где, вот, а сам он такой белый с блесками. Ну, такая, наверное, гордость не очень хорошо. С другой стороны, я думаю, что гордость – это все-таки, когда ты что-то сделал, и за что тебя можно уважать. Будут тебя за это уважать или не будут, это уже на самом деле их дело. Главное, чтобы вы сознавали, что вы совершили труд, что вы преодолели какие-то препятствия, что вы прошли путем героя, который позволяет вам себя уважать. И в этом случае уже, да, пусть они все считают, что вы гордыни, вам плевать вообще, потому что умный сообразит, а дураки не лечатся. Ну, такое правило. А вы что думаете по поводу гордости? Поделитесь в комментариях.